Здравствуйте, господа. С вами опять Майкл на связи. Я, честно говоря, не хотел делать эту запись, потому что я сейчас улетаю в Лос-Анджелес на несколько дней, думал, прилечу и расскажу. Ну, я знаю, что вы все ждете этого, поэтому я сделаю это сообщение. Я вам расскажу, постараюсь побыстрее, что происходит с THW Global и что за этим стоит. Сегодня я вам расскажу, кто стоит за THW Global. Значит, хозяин компании, который открыл THW Global, его зовут Томас Вильямс. Во всяком случае, так он говорит, что его имя Томас Вильямс. И это тот человек, через которого у меня была связь между вами, мною и компанией. Партнеры THW Global был Google. Да, господа, вы не ослышались. Google – это была партнер компании THW Global. И все, что вы слышали раньше, что вы знаете, так, в принципе, оно было и задумано, чтобы компания открылась, люди начали просматривать ролики и рекламы, и за это получать деньги. Это ничего нового здесь нету. В Америке такого типа бизнес существует уже многие годы, он только никогда не существовал на такой платформе сетевого бизнеса. Поэтому ничего нового в этом нет. Единственное, что было новое, что THW Global вместе с Google хотели просто сделать это на очень большом объеме. Что же из этого всего получилось? Ну, во-первых, первая негативная вещь произошла, когда российские хакеры, и я повторяю еще раз, те люди, которые мне не верят, но это уже их не проблема. Это факт. Российские хакеры нанесли очень большой урон не просто THW Global, а Google. Не потому, что Google пострадала очень сильно из-за денег. Конечно, нет. Google – миллиардная компания, они зарабатывают в месяц более миллиарда долларов. В этом отношении у них все в порядке. Но когда хакеры начали такую сильную атаку против THW Global, а THW Global – это и есть Google, то, конечно, Google сразу стал разбираться, кто мы, что мы, и чего, и зачем, и что происходит. И когда они начали смотреть, что происходит на YouTube, на Google Search Engine, а вы же понимаете, что YouTube – это и есть Google, Google владеет YouTube. Они просто шарахнулись, сколько негатива исходит с территории СНГ. Особенно с территории СНГ. Более 90% всего негатива, которое было по отношению к компании THW Global, это все исходило и продолжает исходить от русскоязычных. Да, господа, я не обвиняю русских. Я говорю просто факт, что из-за русскоязычных это второй шаг, второй удар был по Гуглу, почему они решили больше с нами дела не иметь. И черточка. Я вам скажу такую вещь. Я в сетевом бизнесе работаю с 1980 года, августа 1980 года. И на территории СНГ я стал развивать сетевой бизнес с 2006 года. И если вы выйдете на Google, напишите мое имя, на YouTube, на Facebook, где угодно, вы увидите столько негатива про меня. Меня называют мошенником, обманщиком. Про меня пишут такие байки, что я в тюрьме сидел. Кстати, я не сидел в тюрьме. Что в 90-е годы я удрал из бывшего Советского Союза из-за того, что у меня было очень много проблем, я обманул многих людей. Пишут такое, что просто можно обалдеть. Так вот, если вы начнете искать, если хоть кто-нибудь, хоть один человек написал плохо обо мне среди англоязычных, вы не найдете ни одного письма такого. А русскоязычных на ютубах везде пишут такую чушь, что я просто обалдеваю. Люди, которые меня не знают совершенно, пишут такие вещи обо мне, что у меня волосы дыбом, у меня не так много волос, но у меня волосы дыбом становятся. И это то, что мне рассказал Томас, что когда Google начал обращать внимание, у них же, это же ихняя платформа, YouTube, и когда они начали смотреть, они начали интересоваться, а почему идет столько негатива от русскоязычных. И они сказали, что мы хотим отделить себя от такой публики, потому что им негатив
на интернете, и чтобы это было связано с Google, не нужно. Так вот, господа, вы похоронили компанию благодаря своему энтузиазму негативному. Одну из фотографий я выставил у нас в группе на THW Global, что люди плохие не потому, что бедность или богатство не делает людей плохими. Делает людей плохими жадность и зависть. Вот эта зеленая зависть, что у кого-то что-то хорошо происходит, и поэтому послужило людям выставлять столько негатива. И делая это, они не только себе помешали, но они помешали всем нам, потому что из-за этого Google от нас ушел. Томас мне говорит, что он будет судить Google на 100 миллионов долларов. Я, честно вам сказать, я знаю немножко законы американские, знаю, кто такой Google, я в это не верю. Я уже не верю Томасу тоже. И теперь еще большой вопросительный знак, если Томас это на самом деле его настоящее имя. Потому что есть вещи, которые он сделал, я очень с ними не согласен и очень недоволен. Я уже веду свое расследование. Слава Богу, у меня есть на это возможности и финансовые возможности. Я просто хочу докопаться до полной правды, кто такой Томас Уильямс. И я уже кое-чего узнал. Я даже уже узнаю уже его, одно из его настоящих имен, которое не Томас. Я знаю его адрес, где он живет. Я много чего уже узнал. Пока я не хочу это всем рассказывать, хотя, может быть, уже кто-то другой эту информацию выставит. Я хочу дать еще пару дней. Во-первых, он пишет, что 17 февраля до 17 февраля все получат деньги за свои просмотры. Тоже, господа, я в это уже ни во что не верю. И не буду удивлен, если этого не произойдет. Поэтому, если вы верите и хотите ждать, это ваше право. Сейчас он приводит еще одну компанию, Travel. Я тоже знаю, кто стоит кто хозяин этой компании. Этого человека знаю персонально, и мы с ним на эту тему говорили. И я еще не совсем уверен, если он захочет связать теперь свою компанию с этим именем Томас Уильямс. Потому что Томас Уильямс, честно говоря, не просто обосрался, он обосрал нас всех. А то, что на YouTube пишут очень много негативных вещей от меня, ну, меня это, честно говоря, совершенно не беспокоит, меня это не волнует. Я уже многим написал, кто имеет какие-то претензии, выйти со мной на связь, и вы получите то, что вы хотите получить от меня, чтобы со мной встретиться. Поэтому я просто не хочу больше повторяться, но еще раз вам хочу сказать, что основная компания была похоронена благодаря русским хакерам и благодаря русскоязычному негативу. Что еще? Одна из вещей, которая мне не нравится, что делает Томас. Дело в том, что многие люди, в том числе и я проплатил сертификацию, проплатил $30 за продукт виртуальный, проплатил $69 за матрицу, и за это тоже ни копейки никто ничего не получил. Мне проплатили один раз небольшие деньги, многим проплатили один раз и больше, и перестали проплачивать, и все оттягивают. Задается вопрос, если мы вам дали деньги, в чем проблема сейчас здесь? Здесь уже Google тут не завязан. Расплатитесь, он не расплачивается. Поэтому все, что теперь происходит в компании THW Global, я отхожу от этого 100%. Поэтому, пожалуйста, господа, больше не пишите мне и не задавайте вопросы по THW Global. Я с ним завязал. Если будет какая-то положительная информация, я вам всем даю, я обязаюсь, я вам сразу эту информацию передам. Но больше никаких работ в сторону THW Global я проводить не буду. Я надеюсь, что я в чем-то не прав, и я ошибаюсь, и все будет так, как они написали в последнем письме. Но я больше Томасу не верю, потому что я знаю, что у руля стоит он. И если человек скрывает свое настоящее имя, он мне не перезванивает. Я ему звонил, больше звонить не буду. Я ему позвонил уже, наверное, раз 10. Я ему посылал текст-месседжес раз 10. Я посылал ему, звонил по скайпу раз 10. Он не отвечает. Раз человек мне не отвечает, с ним я дело больше иметь не хочу. Я ему не верю. Вот это то, что происходит с THW Global. И еще раз повторю, что Google мы потеряли. Из-за нас можете в этом обвинять только самого себя. Я работаю в двух направлениях.
Единственное, что я могу поблагодарить Тамаса, что он меня познакомил с такой компанией, как Valentus. И в Valentus я попал благодаря Тамасу и благодаря компании THW Global. Это единственная положительная черта. Но слава богу, так как Valentus это совсем отдельная компания, я позвонил туда, я уже знаю спонсоров, моих спонсоров или спонсоры, которые привели Тамаса в этот бизнес. Я знаю хозяина компании, я знаю мастер-дистрибьютор. У них классное общение, никаких проблем. Мне перезванивают, у нас полная коммуникация. В первый год компания продала всего лишь на 3 миллиона долларов товара, а во второй год уже более 30 миллионов. Сейчас начался третий год, они торгуют где-то в среднем 4 миллиона долларов в месяц. Это все те положительные вещи, которые мне очень нравятся. Поэтому те люди, которые хотят ко мне присоединиться, добро пожаловать, я вам буду всем помогать, даже буду вам давать информацию, как я показывал в последнем своем ролике, и откуда я беру эту информацию, я буду вам давать людей, с кем вы сможете общаться и стараться подписать в бизнесе. А количество этих людей у меня более миллиарда, это все благодаря Facebook. Второе направление, я работаю уже больше 2,5 лет вместе с Ричардом Делленфорд, вы все его знаете, в BitClub Network, то есть Bitcoins. Это тоже очень классная система, это немножко подороже, но это тоже система очень хорошая. Поэтому если кто-то не хочет потерять со мной, как говорится, ну не отношения, а связь, пожалуйста, если вы хотите работать в этих направлениях, позвоните мне, я вам объясню. Насчет BitClub Network я вас свяжу с Ричардом, у него больше информации, потому что он в основном работает в этом направлении. Я сейчас больше работаю в направлении Valentus. В любом случае мы вам поможем, покажем и научим. А те люди, которые не хотят больше иметь со мной дело, ну, это ваше право. А если вы меня в чем-то обвиняете, это тоже ваше право. Я в любом случае желаю вам успехов в любых направлениях, в каком вы только работаете. Если хотите вы все равно иметь связь со мной, пожалуйста, всем добро пожаловать. Господа, я на этом заканчиваю. И еще раз скажу единственное, что как только, если я буду получать положительную, но только если это будет положительная информация, и если на самом деле всем людям, которые работают или проработали в THW Global, проплатят до февраля месяца, я сразу вам дам знать, и я сразу же вернусь обратно. На сегодняшний день я про THW Global больше слышать ничего не хочу. Вот это мое мнение. Я не желаю вам ждать. Если он будет приводить другие проекты, я не желаю вам никуда подписываться. Во всяком случае, если у вас будут вопросы, позвоните мне, и я вам объясню, что происходит. Я на этом заканчиваю. Счастливо, господа, и до свидания. А, кстати, меня пару дней не будет, так как я сказал, я улетаю в Калифорнию, в Лос-Анджелес, буду обратно где-то во вторник. Так что если я вам, друг, не отвечаю по какой-то причине, меня просто нету дома. Счастливо, господа, до свидания, успехов вам всем.